начала нашего нового дня. Доброе утро. Мы вышли в путь, пасутся лошадки. Вот их погоняют. Тихо-то. Вот Алексей ждет у нас. Это очередная небольшая деревушка. Вот кто что, чем живет. Вот обычное утро. Хозяюшка в доме. Да? Алексей говорит по полминутки вот. А у меня минутку набегает. Ну ничего, я сниму минутку. Петухи поют. Вот такое обычное утро. Курочки. Мальчик. Еще один. Магазин. Ну, вот, вперед. Вот, встретим очередных школьников. Идут в школу. Намасте. А вот горы. Затянутые тучками. Солнышко. Проснулась уже, но спряталась, да? Вот такое.